за затылок и за лобик вот так аккуратно берем, да, и как надо кладем. Вот. Предупреждаем, чтобы он не укладывался поудобнее и нам не мешал с другой стороны. Я просто доверился. Чуть-чуть. И расслабился. Вот, смотри, вот я. Плечо расслабить, наверное. Да, вот я плечо дополнительно расслабляю. И за счет плеча, смотри, вот, я доворачиваю до скулы, чтобы оно вот, вот качается. После этого за затылочную кость берусь, вот, двумя пальцами в основном, да. И смотри, моя поза. Не вот так вот мы стоим, да, вот так сильно тебе вот так не будет. А вот прям я вот натяжение, смотри, во. И резко так раз. Я схватил я было чуть-чуть, да? Ну это я сдержался. Теперь вот так вот. О, вот сейчас хорошо. Уже, да? Да. Я не делал. Ну, раз. Да. Это скручивание, а теперь ротация относительно атланта. Вот туда. А, вот как-то. В другую сторону, вот туда теперь. Направление было 45 градусов, потом 60, вот так вот, да? А потом 90 градусов вот туда. Чик, за вот эту кость уже. За височную.